А давайте мы так руки поднимем и скажем: Господь, прими наше поклонение сегодня. Надо стоять. Не будьте религиозны. Встать, сесть, упасть. Больше всего хранимого храни сердце свое. Мы скажем: Господь, больше Тебя. Больше Тебя. Больше Тебя. Когда мы поклонялись, я просто плакал. Это сердце Отца. He's crying for the children. Это плач по детям. Children that are lost. По детям, которые потеряны. The children that have gone astray. Которые сошли с пути. He wants to call them back. Он хочет призвать их обратно. He wants to see them come. Он хочет увидеть, как они возвращаются. His heart is broken. Его сердце, оно просто сокрушается по ним. His heart is so broken. Его сердце так сильно сокрушается. He looks at his children. По его детям. He loves them. And he loves them. И он любит их. Some of you have been wandering away. Некоторые из вас, вы тоже блуждали. And it's broken his heart. И это разбило ему сердце. Do you realize when you don't walk with him? Вы понимаете, что когда так происходит, it breaks his heart. Это просто мы так разбиваем ему сердце. Because he loves you so much. Потому что он так сильно любит вас. But there's more. Но и более того, children have been lost. Some of his children have been lost. Некоторые из его детей, они потеряны. He's crying out. И он взывает к ним. Come home. Давайте. Come home. Давайте. Давайте, вернитесь. Some of you may be fathers and mothers. Некоторые из вас являются отцами, матерями. And your children are not following the Lord. А ваши дети не следуют за Господом. He wants to call them home. Но он хочет призвать их домой. You are a father and mother this morning. Если вы отец или мать сегодня здесь присутствуете. Whose children are not following, not in the kingdom. Чьи дети не следуют за ним в царство его. Just stand for a moment. Просто встаньте на минуту. Wherever you are. So many. So many. Так много. Отец,
мы взываем к Тебе. I feel your heart this morning. Господь, наполни наши сердца сегодня. Your heart is so broken. Боже, Твое сердце, оно так сокрушается. We cry out to you. Мы взываем к Тебе. Bring our children home. Верни наших детей домой. Bring them home. Верни их домой. Bring them home. Верни их домой. Just cry out to the Lord this morning. Взывайте Господу сегодня. He is so open to hear your prayer. И Он слышит вашу молитву. He wants to answer it. He wants to answer it. И Он хочет ответить на ваши молитвы. Yes. Bring them home. Верни их домой. Bring them home. Верни их домой. All the lost children. О, дети потерянные. Father, bring them home. Отец, верни их домой. We want to see them walking in your kingdom. We want to see them walking in your life. Мы хотим видеть, как они ходят в твоем царстве и в твоей жизни. We want to see them clothed with your glory. Мы хотим видеть, как они покрыты твоей славой. Прикоснись к ним своим огнем. Touch them with your Holy Spirit. Прикоснись к ним своим Духом Святым. Your Spirit. Твой Дух. Is able to reach out to them. Способен достичь их. Your arm is not too short. И рука твоя не сократилась. Reach out to them this morning. Прикоснись к ним сегодня. Touch their hearts. Прикоснись к их сердцам. There are others who are lost. Здесь есть еще те, кто потерян. Maybe brothers or sisters. Может быть, это братья или сестры. Friends. Друзья. God wants all his children to come home. Но Господь хочет, чтобы все Его дети вернулись. He wants you to come home. И Он хочет, чтобы вы вернулись домой. To come home to him. Вернулись домой к Нему. Отец, мы призываем заблудших. Gather the orphans, Lord. Собери тех, кто является сиротами. There's plenty of room in your home, God. Господь, много обителей в Твоем царстве. You are waiting for their return. И Ты ждешь, чтобы они вернулись. We call them home. И мы призываем их домой. Yes. Thank you, God. Не знаю, о чем была последняя песня.
But there was something in them. Но в ней было что-то. But all I could hear. Все, что я слышал. Was the crying of the children. Это плач детей. And the father's heart. И сердце отца. Crying also. Которая также плакала. Wanting to see them come home. Которая желала, чтобы они вернулись домой. With such a... Давайте продолжать поклоняться Господу еще какое-то время. Потому что он благ. Отец, мы взываем к Тебе, потому что Ты один. Ты един. The only one with all power, all authority. Ты один, который имеет всю власть и силу. Father, we bow before you. Мы стоим перед Тобой, мы преклоняемся перед Тобой. Принимали Твое Слово. То, что Ты приготовил для нас. Чтобы это стало одним, одной большой мечтой. Чтобы Твое Слово нашло добрую почву. Если возможно, я бы просил, чтобы на клавишах продолжали играть мягко. И сегодня я как бы с утра боролся с Богом. И спрашиваю, Отец, что это? Что бы Ты хотел, чтобы я говорил? Что Ты хочешь донести до нас сегодня? And I think I found it. И я думаю, что я нашел это. I hope.
Надеюсь. In Psalm 86. 85-й псалом. In English, Psalm 86, verse 11. 10 стих, наверное, сейчас, секунду. Псалом, 11 стих. Teach me your way, O Lord. Наставь меня, Господи, на путь Твой. And I will walk in your truth. И буду ходить в истине Твоей. Give me an undivided heart. Утверди сердце мое, или в, если с английского переводить, то дай мне неразделенное сердце. That I may fear your name. Чтобы я боялся имени Твоего. God is looking for undivided hearts. Господь ищет неразделенных сердец. When I first read this, когда я впервые прочел это, it was as if the Lord spoke to me and said, "Do you understand?" И как будто бы Бог меня спросил: "Ты понимаешь?" Stop and think. Остановись и поразмышляй. Read it again. Прочти снова. What is God trying to say? Что Бог пытается сказать? Is my heart divided? Разделено ли мое сердце? The Lord gave me this message, if you want, or whatever you're teaching. И Господь дал мне это послание или учение, как хотите. Some time ago, it was actually in Nikolaev. Какое-то время назад это было в Николаеве. It started there. Там это началось. They had a festival. Там был праздник, фестиваль. And on the stage there was a heart made of balloons. И на сцене висело сердце из шариков. The colors were purple and из белого и пурпурного цвета. Purple is royalty. И пурпурный цвет он означает. White is purity. А белый — это чистота. And God is looking for a royal heart. Господь ищет вот такое царственное сердце, которое чистое и святое and и неразделенное. What does that really mean? Что это значит? What does it look like? Как это выглядит? These are questions which focus us on what God has in mind. Эти вопросы, они заставляют нас задуматься над тем, что Бог имеет в своем разуме. Over the years this message has been growing in my heart. С годами это послание росло в моем сердце. I've talked about it a few times. И я говорил об этом уже несколько раз. Each time it's different. И каждый раз это послание разное. Each time there's some other element that God adds. Каждый раз Господь добавляет что-то туда. In Ezekiel, Ezekiel chapter 11. В Иезекииле 11 глава. Verses 19 and 20. 19-20 стих. I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take away the stony heart out of their flesh, and I will give them a heart of flesh, that they may walk in my statutes and keep my ordinances and do them, and they shall be my people, and I will be their God. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. God wants to do a heart transplant. Господь хочет сделать пересадку сердца. A good one. Но это хорошая пересадка. Дать нам хорошее сердце. One which will bring unity. То сердце, которое принесет единство. A heart that's not divided is in unity with itself. Неразделенное сердце находится в единстве с собой самим. It's in unity with God. И в единстве с Богом. It's in unity
with others. И в единстве с другими. The word of God protects us. Слово Божье охраняет нас. It will protect our heart. Оно защитит наше сердце. So that our heart will remain undivided. И наши сердца останутся неразделенными. That they will walk in my ways. И будут ходить моими путями. So often Scripture talks about our life, the way we live, as a walk. Очень часто Писание говорит, что наша жизнь, она как путь. As a sort of pathway. Как дорога. Which God has prepared for us. Которую Господь приготовил для нас. That we can walk in. Чтобы мы шли по ней. It's safe. И она безопасна. There may be things in that pathway. На этом пути могут быть какие-то вещи. But God will give you wisdom and understanding. Но Господь даст мудрость и понимание. To deal with anything along the way. Чтобы разобраться с каждым препятствием на пути. Because He loves you. Потому что Он любит вас. Because He's a Father. Потому что Он Отец. He doesn't want you to stumble. He doesn't want you to fall. Он не хочет, чтобы вы приткнулись или упали. He wants you to be walking with Him. Он хочет, чтобы вы шли вместе с Ним. Walking in His ways. Его путями. To feel His heart. Чтобы вы чувствовали Его сердце. To have His heartbeat. Чтобы ваше сердце било с Его сердцем. So many times our heart will try and wander away. Очень часто наше сердце пытается уйти с этого пути. We read many times in the history of Israel, the people of Israel. И мы часто об этом читаем в истории Израиля, в истории народа Израиля. In Isaiah chapter 10. В Осии 10 глава. God says their heart is divided. Господь говорит, что сердце их разделено. So often the heart of the people was divided. Очень часто. Remember when Elijah was on the Mount of Carmel? Помните, когда Илия был на горе Кармил? He said, "How long will you hop between one thing and another?" И Бог его спросил, сколько будешь вот прыгать с одного на другое, с одной ситуации в другую? In one sense, he says, "How long will your heart be divided?" То есть, другими словами, сколько твое сердце будет разделено, когда ты будешь приходить к Богу, а потом тоже жаловаться на меня? Divided between the true God and idols. Или сердца израильтян были разделены между Богом и идолами. Wavering, halting between two opinions. Они метались между двумя мнениями. Sometimes serving God. Иногда служили Богу. Sometimes doing whatever you want to do. Или иногда делали то, что хотели. An undivided heart. Но нам нужно. Sorry, a divided heart. И это разделенное сердце. И мы так делаем. God wants to bring our hearts into unity. Но Господь хочет соединить наши сердца. A sincere heart. Чтобы это было искреннее сердце. A sincere heart. Искреннее сердце. Not hypocritical. Не лицемерное. In Psalm 12, verse 2. Псалом 11, 2 стих. They all tell lies with each other, flattering with their lips, but speaking from divided hearts. Третий стих, 11 Псалом, 3 стих. Ложь говорит каждый своему ближнему. Уста льстивы говорят от сердца притворного, но если в английском брать, то говорят от сердца разделенного. В этом и есть смысл. О чем мы говорим? По-моему, кто-то из гостей вчера говорил об истине, о том, чтобы говорить истину. Truth comes from an undivided heart. Истина приходит от неразделенного сердца. Heart that is single. Сердца единого. To honor and glory to
которая направлена на то, чтобы воздавать честь и хвалу Господу. Это сердце крепко соединено со Словом Божьим. Это Слово, которое благодарит Бога за Его Слово. Сердце, которое благодарит за Слово. That God can speak through His Word. Потому что Бог может говорить в него, в это сердце, Oops. Через Его Слово. That wasn't strong enough. It's firmly attached to His Word and to worship. Оно крепко соединено с Его Словом и с поклонением. To worship God с поклонением Богу. From an undivided heart. И это изливается из неразделенного сердца. This is the power that God wants to see released. И это та сила, которую Бог хочет видеть высвобожденной. If we worship God, если мы поклоняемся Богу, maybe during the time that we're actually worshiping, особенно вот в наше время поклонения, our heart is undivided. Наше сердце неразделенное. But what God wants, но Бог вот чего желает, is that our heart is undivided, чтобы наше сердце было неразделенным все время, that we worship Him, чтобы мы поклонялись from Ему, that heart, we worship Him all the time, чтобы мы поклонялись Ему из этого сердца все время, not just the time we're singing or dancing, не только тогда, когда мы танцуем, поем, but that our whole life becomes one great worship. Он желает, чтобы наша жизнь стала одним большим временем поклонения. God has been changing my heart. Господь меняет мое сердце. I'm not sure whether it's finished yet. Я не уверен, или это закончился, что этот процесс закончился. But he's performing a heart transplant. Но он производит пересадку сердца. I feel it. Going on. Я чувствую, как это происходит. Making me more. Я чувствую это. Making me more sensitive. Это делает меня более чувствительным. To what he wants. К тому, чего он желает. A listening heart. Это сердце, которое слушает. You know, music is so powerful. Музыка, она очень сильна. I can't remember which prophet it was now out of my head, but. Не помню, какой это был пророк. They asked him for a prophetic word. Но его попросили о пророческом слове. And he said, "Bring me a minstrel, bring me a player, bring me a harpist." И он попросил: принесите мне музыкальный инструмент. And as Elisha, and as the musicians played. И попросите, чтобы музыканты играли. He prophesied. И он пророчествовал в это время. The word of God would flow. И Слово Божье, оно просто изливалось. His word. Его Слово. Not our word. Не наши слова. A heart that honors and glorifies God. Сердце, которое почитает и поклоняется Богу. A heart that is in agreement. Сердце, которое в согласии. In harmony, и в гармонии. In unity, в единстве. In its affections, в таком в соединении с Богом. To become one heart, one soul. Чтобы мы стали с Ним одним сердцем и одной душой. I think we saw it in the first believers. Я верю, что мы видели это у первых верующих. In Acts chapter 4, verse 32. Деяния 4, 32 стих. Acts chapter 4, verse 32. All the many believers were one heart and one soul, and no one claimed that any of his possessions were for himself. But everyone shared everything that he had.
У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. God is looking for that undivided heart. Господь ищет это неразделенное сердце. There was unity. Было единство. Unity in judgment. Единство в судах. A oneness of principle and practice. Целостность принципов и применение их в жизни. And that's the way it should be. И так и должно быть. In 1 Corinthians 1:10, Paul speaks to them. 1 Коринфянам 1:10 Павел обращается и говорит: Nevertheless, brothers, I call on you in the name of the Lord Yeshua the Messiah to agree, all of you, in what you say, and not to let yourselves remain split into factions, but be restored to having a common mind and a common purpose. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Когда мы читаем это, когда мы позволяем этому входить в наши сердца и в наш разум, то это становится защитой. Потому что слово «защитник», когда мы читаем его, оно направляет нас и ведет нас. И защищает нас от того, чтобы мы шли по неправильным путям. Оно сохраняет нас на правильные пути, которые Бог приготовил нам. Оно светит светом впереди нас, чтобы мы могли идти в безопасности. His word is Его слово — это дар. How often do we think about that? Как часто мы думаем об этом? His word is the gift. Его слово — это дар. Do you like to receive gifts? Вы любите получать подарки? I think most of us do. Мне кажется, что многие из нас любят. The greatest gift, well, the greatest gift, of course, was Yeshua. Но самым величайшим подарком, конечно, был Иешуа. But the gift also that God has given us. Но дар, который также дан нам Богом, is the gift of His Word. Это дар Слова Божьего. Some versions translate what I read as an undivided heart as another heart. Некоторые переводы говорят вот то, что у меня переведено неразделенное сердце, как другое сердце, отличное от того сердца, которое было у вас. Scripture tells us to guard our heart. Scripture tells us to guard our heart. И Писание говорит нам хранить наше сердце. The enemy wants to take our heart. He wants to Враг хочет захватить наше сердце, он хочет захватить его и одержать над ним свою победу. But he, the Father, wants our hearts to be pure and holy, given to him. Но Отец хочет, чтобы мы были чисты, наши сердца были чисты, принадлежали ему. We have a tendency to put things in boxes. У нас есть привычка вкладывать разные вещи в коробки. We have little compartments for the different things that we do. У нас определенные есть границы или определенные меры для определенных вещей, которые мы понимаем. Work, family, church. Мы выделяем место для работы, для церкви, finances, friends. Для отдыха, для друзей, для финансов. We like to have things put in order. Мы любим, чтобы вещи были в порядке. Или имели свой порядок. But it makes us divided. Но это делает нас разделенными. Everything we do should be brought under the authority of the Father. Все, что мы делаем, должно быть принесено под власть Отца. We should have that one heart,
doing everything as if it was for the Lord. Мы должны иметь это единое сердце, которым мы должны исполнять все как для Господа. A heart of flesh. Сердце и плоть. Impressible to what is good. What is good can be printed on it. И то, что хорошее или добро может быть отпечатано в наших сердцах. A heart that is tender and loving. Сердца могут быть мягкими и любящими. The text I just talked about is Proverbs 3, verse 23. Above everything else, guard your heart. For it is the source of life's consequences. И то, о чем я сейчас говорил, это из притчи 4:23. Больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни. We are all on a journey. Мы все находимся в этом путешествии. We're on a journey with God. Мы в этом путешествии с Богом. And God takes us along that journey. И Господь ведет нас в этом путешествии. I've been, or have known Yeshua for a long time. Я уверовал в Иешуа уже весьма давно. My journey is not ended. И мое путешествие с ним еще не закончилось. And as long as that journey is going on, God will be continuing to work in my heart. И пока это путешествие продолжается, Бог будет продолжать свою работу в моем сердце. It's easy to get caught up in other things. Очень легко быть увлеченным другими вещами. Очень легко позволить сердцу быть разделенным. Но мы должны молиться и спрашивать Бога. Просить дать нам это неразделенное сердце. Я не хозяин своей веры. Я не капитан своего корабля. Я не автор своей жизни. I was made to glorify God. Я был создан для того, чтобы прославлять Бога и радовать Его всегда и наслаждаться им. And that needs that undivided heart. И для этого нужно это неразделенное сердце. How long can I continue, so? Сколько я могу продолжать? I've lost all track of time. I'm sorry. Я вообще потерял счет времени, поэтому. 25 minutes. Okay. I want to pray. I want us to pray together. Я бы хотел, чтобы мы вместе помолились. Created to glorify God. Мы созданы для того, чтобы прославлять Бога. Исайя 43:7. Bring everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed, whom I made. Призывайте каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Let them. And this is what I feel God is talking to me. Это то, что я чувствую, Бог говорит мне сейчас. Let them come into my presence. Пусть они придут в мое присутствие. Let them be transformed. Да будут они изменены. Let them receive that heart. Да примут они это сердце. The living heart. Это живое сердце. The undivided heart. Неразделенное сердце. He is one. Он един. We should also be one. И мы должны быть едины. We've already talked about the text. Hear, O Israel. Мы уже говорили об этом тексте. Слушай, Израиль. Израиль. Адонай Элохейну. Шма Израиль, Адонай Элохейну. Адонай Эхад. Адонай Эхад. He is one. Он един.
Love the Lord your God. Возлюби Господа Бога твоего. With all your heart. Всем своим сердцем. The heart is first. Прежде всего сердцем. It is the first thing that God wants us to give to Him. Это первое, что Бог хочет, чтобы мы отдали ему. So that He can make it whole. Чтобы он сделал его целостным. So that He can bring shalom. Чтобы он принес туда свой шалом. Remember what you heard yesterday. Помните, что вчера вы слышали about об этом? Shalom. О шаломе. Wholeness. Целостность. Wholeness. Целостность. Your heart needs to be made whole. Сердце должно быть целостным. Every part of our heart should be dedicated to God. Каждая часть нашего сердца должна быть посвящена Богу. The heart is the place also of emotion. Сердце это также место начала эмоций. Our emotions should be one with God. Наши эмоции должны быть едины с Богом. The heart is the place of desires. Сердце это источник желаний. Our desires should be one. И наши желания должны быть едины. A divided heart. Разделённое сердце. Is restless. Оно не на, ему нет покоя. A divided heart is angry. Разделённое сердце оно злое. A divided heart is depressed. Оно находится, оно с, в депрессии. A divided heart does not know true joy. Оно не знает истинной радости. A divided heart does not have peace. У него нет мира. Our heart is what God is really looking. Наше сердце — это вот, чего ищет и ждет Господь. Иногда, когда я смотрю на свою жизнь, то кажется, что это полный беспорядок. Разные вещи в моей жизни идут в разных направлениях. И иногда для меня это действительно беспорядок. Но Господь соединяет все вместе, когда мы позволяем Ему это. Когда он приносит свое единство. Have you ever seen a wall tapestry? A wall hanging, a tapestry? Панно. Вы видели когда-нибудь панно? You know, something that's been embroidered and made very beautiful. Ну, то есть красивое полотно или панно расшитое. You look at the front side. Вы смотрите на него. And you see something beautiful, a beautiful picture. И вы видите прекрасную картину. If you turn it around and look at the back. Если вы развернете и посмотрите на обратную сторону. All you see is threads going. То все, что вы увидите, это просто нити, которые переплетаются. All over the place. И кажется, что это полный беспорядок. Our life is sometimes like that. И жизнь иногда выглядит так. We don't see the big picture. Мы не видим большую картину. We don't see what God is doing. Мы не видим, что Бог делает. But He is weaving in our life. Но Он делает, Он все сочетает в нашей жизни. Something that will bring Him glory and honor and praise. Он делает так, чтобы все приносило Ему славу и честь и хвалу. This is His desire. Это Его желание. God is, if you like, God is many things. Если угодно, то Бог — это множество вещей. One man once said to me, he says, God is the trash man. Кто-то может сказать, что garbage collector. Бог это как мусорное ведро. He takes all the rubbish out of our life. Он все, весь мусор из нашей жизни забирает. But God is also the master weaver. Но Господь также он хозяин. Remember when they made the tabernacle in the wilderness? Помните, когда сделали скинию в пустыне? God chose those who were gifted. He called for them. Господь избрал одаренных и призвал их. To weave, чтобы творить, the coverings, чтобы ткать. To weave the shielding of the holy of holies. Чтобы они выткали вот покров для святого святых. And he guided them and he led them. И он направлял их и вел их в этом.
In the same way, He does this in our life. Точно так же Он делает в нашей жизни. He is weaving something that will bring Him honor and glory. Он вышивает в нашей жизни то, что принесет Ему славу. We don't always understand it. И мы не всегда это понимаем. We sometimes struggle and protest. Иногда мы страдаем и протестуем против этого. But let God do His work. Но позвольте Богу делать Его работу в нас. An undivided heart. Неразделенное сердце. Is one that has an intimate, это то сердце, которое имеет очень близкие, любящие и глубокие отношения с Богом. And no other love comes before His. И никакая другая любовь не стоит выше нее. There is no competition in this heart. Нет соревнований в этом сердце. God is first. Бог на первом месте всегда. He needs to be first in your heart. Он должен быть на первом месте в вашем сердце. As with any relationship. Как и в случае с любыми другими отношениями. This takes an investment also on our part. Мы также должны делать свой вклад в эти отношения. Our time, мы должны вкладывать наше время, our energy, наши силы, our strength, нашу энергию. If we think of this as a hard thing, as a chore, we say a chore in English. I don't know whether you know that word. It's something that's very, yeah, we don't really like to do it. Но если мы не хотим этого делать, something as an I should, если для нас это становится обязанностью, я должен или обязан, we will never get to the depth of love that causes our hearts to be whole in Him. Тогда мы не достигнем глубины любви, которая приводит к тому, что наши сердца становятся целостными с Его сердцем. It should grow out of our love for Him. Это должно вырасти из нашей любви к Нему. I'm wearing another T-shirt today. У меня сегодня другая уже футболка. Yeshua loved us. Иешуа возлюбил нас. Enough to die for us. Настолько, что умер для этого. Let us love Him. Давайте будем любить Его. Enough to live for Him. Настолько, чтобы жить для Него. His first love. Он первая любовь. In one sense, each one of you are His first love. И в определенном смысле каждый из вас является его первой любовью. And he's desiring your love to return to him. И он жаждет, чтобы вы отвечали взаимно своей любовью к нему. That springs out of that undivided heart. И это любовь, которая изливается из неразделенного сердца. Have you ever been in love? Вы когда-нибудь влюблялись? Maybe it's a silly question. Может, это глупый вопрос. When you love someone, когда вы любите кого-то, you do things that you would not normally do. Вы иногда делаете те вещи, которые вы обычно бы не сделали. I suffer from dyslexia. Dyslexia. It's a reading impairment or a writing impairment. Окей. У меня дислексия. Я не могу нормально читать буквы, как бы наоборот. As a child in school. И когда я был ребенком в школе. Nowadays they understand the problem. Сегодня уже понимают, в чем проблема. When I was at school, they didn't. Но когда я был учился еще в школе, не было понимания, в чем проблема. И мой учитель по английскому. Broke several rulers on my fingers. Сломал несколько линеек об мои пальцы. You are stupid, she says. Он мне говорил, что ты глупый. You haven't learned it yet. So I had a fear, if you like, or a dislike of writing. В смысле, когда он писал, буквы наоборот выходили. И поэтому он говорит, что я имел страх вообще писать. It was a real struggle for me to write anything. И для меня это было огромным страданием вообще писать что-либо. Многие годы. People can't understand now. I have wrote so much. I have written so much. Я много чего написал. But for many years.
For many years. Но многие годы. It was something. Ah, no. Но для меня в то время это было страхом. I don't even want to go near it. Я даже не хочу подходить к этому близко. But then I met Lisa. Но тогда потом я встретил Лису. My wife. Мою жену. My wife. She lived in Finland. Она жила в Финляндии. I was in England still. А я еще жил в Англии. And I wrote her a letter. Я написал ей письмо. Every day. И писал ей каждый день. Wow. What love will do. Что сделает любовь? Every day. Каждый день писал. I had to gain the victory. Каждый день я должен был одерживать победу, to pick up a pen. Чтобы взять в руки ручку and write. И писать. A few years ago, несколько лет назад my children found these letters. Мои дети нашли эти письма. And they were upstairs in the attic. We didn't know what they were doing, but они были наверху, мы не знали, что они, чем они там занимаются. And eventually they came downstairs. И спустя какое-то время они спустились вниз. And they said, "Well, we thought we'd found your love letters." И они сказали, мы подумали, что мы нашли твои, кажется, мы нашли твои любовные письма. I said, "What do you mean?" И я спросил, что вы имеете в виду? And we said, like, we found all these letters you wrote to mom. И они сказали, мы нашли все те письма, которые ты писал маме, когда вы еще были обручены. And I said, yes. И я сказал, ну да. They love letters. И они им вообще, они любят письма. My children said, ну, женщины. Окей. Это любовные письма. But they said, no. Они сказали, нет. They're Bible studies. Это, ну, изучение Библии. I wrote what was on my heart. Я писал то, что было в моем сердце. I had learned to love God. Я научился любить Бога. And I shared that love. И я делился этой любовью. For Lisa and I, they are love letters. И для нас с Лисой это любовные письма. Our love for one another is bound up in our love for God. И наша любовь друг к другу тесно связана нашей любовью к Богу. There is so much more. Есть еще больше. That I would love to share with you. Чем бы я хотел поделиться с вами. When you love, когда вы любите, you want to know them more. Вы хотите знать эту личность больше. Spend more time with проводить вместе больше времени. You feel more alive. Вы чувствуете себя живее. More joyous. Больше радости у вас. More excited. Больше вдохновения. Every single day. Каждый день. As we pursue God. И когда мы стремимся к Богу. It should be the same. Так и должно быть у нас. Every day. Каждый день. You want to spend more time with Him. Вы должны хотеть больше проводить времени с Ним. You want to know Him more. Знать Его больше. You will feel more alive. И вы будете чувствовать себя живее. Your joy will be real joy. И ваша радость будет истинной радостью. Not just a happiness. Не просто таким легким счастьем или ситуативной радостью, но это будет глубокая радость. And every day will become more exciting. И каждый день будет для вас еще более насыщенным. As we pursue God. Если мы будем следовать за Богом и стремиться taste к Нему. And see that the Lord is good. Придите и вкусите, как благ Господь. It tastes so wonderful. И этот вкус прекрасен. If our relationship is very lax. Если наши отношения
некрепкие, our life will become dry. Наша жизнь станет сухой. And lifeless. И там не будет жизни. But it is knowing him. Но зная его. Learning how to love him. И познание того, как любить его. Spending time with him. Времяпрепровождение с ним. Jeff, will you come here just a second? The American, we in England don't have this expression so much, but in America they do. Yeah? Yeah. Но в Англии не особо применяется такое выражение. В Америке применяется. But in America you say you hang out. We hang out, right. Yeah. How do you do that? Но в Америке часто говорят, мы тусуемся или висим вместе. You hang out with God. Зависаем. You can hang out with God in the same. И можно зависать с Богом. I always think about Adam. Я всегда вот часто размышляю об Адаме в начале. And I like to translate it like this. Я бы хотел вот это так выразить. God came in the cool of the evening. Господь приходил в прохладе дня. And he hung out. И они зависали. Thank you. Hang out with God. Зависайте с Богом. Do you want to hang out with God? Хотите зависать с Богом? Amen. Amen. Let's pray. Давайте помолимся. Let's pray. Помолимся. Father. Отец. Daddy. Папочка. Give us an undivided heart. Дай нам неразделённое сердце. Let it be a commitment for you from this day on. Пусть это будет для вас сейчас посвящением в этот день. That you ask God. Попросите Бога. Give me an undivided heart. Дай мне неразделённое сердце. Let my heart be whole. Да будет мое сердце целостным. Let it be in shalom. Да будет оно в шаломе. Wholeness. В целостности. Jeff, will you come and pray? Will you come and pray for us, please? Jeff, помолись. Thank you, Father. Just so when Roger just said God just wants to hang out with us. Когда Роджер сказал, что Бог хочет с нами зависать. There was a wave of joy and pleasure that just came through the house. Прошла такая волна радости и удовольствия, которая сошла на нас. So let's just do that right now. Давайте просто делать это сейчас. Let's just say, God, we just want to be with you. Давайте скажем, Боже, мы хотим быть сейчас с тобой. Let's just enjoy the presence of God. Давайте наслаждаться присутствием Божьим. Let's enjoy the pleasure of being at His right hand. Будем наслаждаться удовольствием. Let's enjoy the joy that He said would be found in His presence. Давайте отыщем и найдем эту радость, которую Он сказал, будет в Его присутствии. Yes, God. Да, Господь. Release your joy, the joy of knowing you, God. Yes. Радость познания Тебя, Боже. Yes. Боже! Больше. Радости! Боже, радости! Божья presence, God, more of your presence. Больше присутствия. Say it again. Больше присутствия. Say it again. Больше присутствия. Everyone say говорите, that. Say скажите it. Все, больше присутствия. Божья присутствие. Amen. Божья присутствие. О, отчим, Боже
Иисуса, Божьей радости, Божья, Божья, Божья. We want you to say this. We want you to say this yourself. Мы бы хотели, чтобы вы сказали сейчас каждый. What you speak out with your lips. Чтобы вы произнесли это своими словами. What you proclaim with your mouth. То, что вы провозглашаете своими устами. Is what is important. То это то, что важно. It should come out of your heart. Это должно изливаться из ваших сердец. If your heart is overflowing with this. Если ваше сердце наполнено сейчас этим, то это выйдет из ваших уст. Скажите.